это ничего. Если, друзья, хотите рассмотреть повнимательнее, просто нажимайте на паузу. Ну, это не дело, конечно. Но это промо-версия. И это хорошее. То есть ты можешь фотографии монтировать, даже распечатывая. Есть там тоже немного приемов. Когда печатаешь, можешь там что-то резче сделать, что-то. То есть это мастерство такое, не знаю. Закупил на $100 химии. Для этой всей темы фотобумагу. Химия, походу, вышла из строя. Не вышла из строя, а прошел ее срок годности. Да. Еще никак отсюда не могу. Вот еще классное. Слушайте, здесь может и снимать-то нельзя. Еще, кстати, друзья, билет бесплатный вход в музей сегодня почему-то. А Миша мне говорил, что будет рублей 400 стоить. Так, сельская тема. Thank you.
Класс. Там мне дали карту, по которой там все музеи, в общем, Москвы. Цветная гидротипия. Это интересно. Удалось вот так вот сфотографировать этих рыбок, либо добавлять пришлось цвета вот этой цифровой гидро. Цветной гидротипии. Бойцовские рыбки. Вспоминается фильм «Красота по-американски». Только это '59 год. Это классно. У меня есть точно такая же ручка от топора. С топором, соответственно. Такая же корявая. Ну, вот это в последнем зале. Фильм о вот этой фотовыставке. И Алиса, Дак и Тодд. Короче, вдохновленные Алиса в стране чудес, такой вот походу бесовня.
топоры единственное классные. Топоры вот такие, как у меня дома. Первый этаж. Фермерам нужно бесплатные билеты выдавать в музей за вредность. Вот так можно сидеть, конструктор поиграться. На первом этаже мама.